Оноре де Бальзак родился в 1799 году во Франции в городе Тур. С 1807 по 1813 года Бальзак обучался в Вандомском колледже. Именно здесь проявилась его любовь к литературе. Переехав с отцом в Париж, он окончил юридический факультет. Но, несмотря на желание родителей, он не стал юристом и посвятил себя литературе. Бальзак никогда не ждал вдохновения, он был писателем-трудоголиком, работал по 12-14 часов. Первый его роман «Шуана» вышел в 1829 году. Он писал портрет настоящей Франции, всей Франции, без прикрас и романтики. Оноре де Бальзак писал о том, что его окружало, о жизни Парижа и французской провинции, о жизни бедняков и аристократов. Его романы были скорее философскими новеллами, раскрывающими всю глубину существующих тогда во Франции социальных противоречий. Постепенно Бальзак объединил все написанные им романы в один большой цикл, названный им «Человеческой комедией». Цикл разделен на три части – «Этюды о нравах». В эту часть, например, вошел роман «Блеск и нищета куртизана». «Философские этюды». Сюда вошел роман «Шагреневая кожа». «Аналитические этюды». В эту часть автор включил отчасти автобиографические произведения, такое, например, как «Луи Ламбер». Бальзака считает своим учителем такие классики мировой литературы, как Эмиль Золя, Чарльз Диккенс, Федор Достоевский. Биография Бальзака может быть интересна современным читателям, так как его путь к успеху был тернист и сложен, но он не отступился от своей мечты стать писателем.